Сегодня наши 3 минуты французского пройдут в магазине IKEA. И здесь мы вам расскажем, как называются разные части дома. Мы расскажем вам про разные комнаты в доме, как они называются. Вот это гостиная. Как гостиная по-французски? Un séjour. Алис, как называется гостиная? Ну-ка скажи. Un séjour. А, сижу. Молодец. Мы сейчас покажем. Вот такая гостиная. Красивая лампочка, да? Бонжур, мадам! Это мы в кабинете. Как кабинет по-французски? Бюро. А, бюро. Алис? Как кабинет по-французски называется? А, бюро. Au revoir, мадам. Теперь ты будешь мадам. Давай, садись. Мадам работает. Посмотрите-ка. Бонжур, мадам. Как работа в бюро? Хорошо? Хорошо. Ну-ка, скажи еще раз, где мы работаем? Как называется комната, где мы работаем? А, бюро. А, бюро. Эй, работники. Спасибо, мама, на мой табет. Угу. Так, свет включили. Вот а еще одно бюро. А вот маленькое бюро, совсем для Алис подходит. Только стул высокий, да? Ой, а здесь классное какое бюро уголком. Красиво. Ага. Ням-ням-ням. Кушаем. Где мы готовим кушать и кушаем? Ну, иногда. Как называется кухня? Une cuisine. Une cuisine. Вот. Вот такая вот une cuisine. Еще здесь мы не покушали. Вот опять он кузин. Это то же самое, чем у Эвелин. И вот это у нас столовая. Жюстин, как столовая по-французски? Ну-ка скажи-ка, une salle à manger. Алис везде покушала, и на кухне покушала, и в столовой теперь кушает. Кухня, кюзин и столовая. Salle à manger. Salle à manger. И вот у нас наконец-то спальня. Une chambre. Une chambre. Все спят. Где все спят? Как называется комната, в которой все спят? Une chambre. Une chambre. Такая красивая комната. Une chambre. Алис устала и легла поспать. Все, ты выспалась? Часы какие, ух ты, огромные. А там кто, ку-ку? Ну что, на этом мы сегодня заканчиваем наш урок французского. Всем пока, Алис. Всем пока. Au revoir. Au revoir, les amis. Au revoir. Au revoir, les amis.